Катерина, привет! Наконец-то твое соревнование. Ты уже так долго здесь. Как ты вот пережил эти дни и сохранил спокойствие и концентрацию, и выдал такой хороший прокат сегодня? Спокойствие нужно еще и дальше сохранять. Да, мы тут уже давно, еще никогда с таким большим запасом до соревнований не приезжали. Ну, это, безусловно, новый опыт, по крайней мере, по короткой программе. Есть еще один этап, который будет послезавтра. А тяжело вот ждать, остальные уже выступают, ну, не все, но часть команды. Ну, а ты ждешь, тренируешься? Ну, каждому свое время. После Марка выходил, видел его прокат? Ну так, не помню, там когда стою перед выходом, там телевизор есть, ну там, пару моментов. 95-76, но, наверное, когда, если бы тебе сказали перед Олимпиадой, такие баллы короткие, ты бы был рад. Ну, безусловно. Что-то, ну, это было 100% вообще выдумка? Могло ли быть лучше? Всегда может быть лучше. А где тогда? Ну, есть моменты, которые можно усовершенствовать. Алексей Николаевич что сказал после блокады? Ну, сказал, молодец, справился с короткой программой. Ну и потом сказал пару недочетов, которые в будущем нужно будет усовершенствовать. Тут все, в принципе, русские ребята выступают довольно круто, не видно психологическое давление Олимпиады. Вот можешь рассказать, как ты от него отрешался? Давление присутствует, я считаю, всегда, и с ним нужно желательно всегда справляться. Можно я уже послезавтра буду весь ваш? Хорошо, давай, 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 давай,